Послушайте историю о Ширайрю. Когда-то они были гордым кланом, таким как наш. Их лидером был великий генерал Ханзо Хасаши, чье мастерство в использовании куная было легендарным. После того, как он принес своему клану множество побед, он стал известен среди врагов под другим именем. Именем, которое отражало авторитет, страх и блестящую точность. Они называли его... Скорпион. Смертельная битва. Наследие. Я победил тебя, отец. Да. Очень хорошо, Джубей. Однако, ты раскрыл свои чувства. В битве ты должен подавлять их. Но ты стал намного лучше. Достаточно лучше, чтобы начать обучаться пользоваться кунаем. Ты еще слишком юн. Но я хочу быть таким, как ты. И однажды стать генералом Ширайрю. Как твой отец, я желаю, чтобы у тебя была жизнь, которой ты желаешь. Однако, я хочу этого, отец. Тогда я обучу тебя. Прояви свою самоотверженность. И если твое сердце все еще будет тяготеть к этой жизни в будущем, я сделаю все, что смогу, чтобы убедиться, что ты попадешь в клан. Приготовление к прибытию сёгуна закончено? Почти. В замке Кумамото очень много дел. Готовят еду и цветы. А ты, Джубей, ты готов исполнить песню в честь прибытия сёгуна? Мама, у меня больше нет времени на песни. Самураи не поют. Так вот, значит, как? Джубей, это огромная честь для нашей провинции принимать сёгуна. Да, так что почти свою мать и меня этим подарком. И ты вскоре поймешь, что практика приносит лишь плоды. Да, отец. Пусть завтра настанет солнечный день. Однажды Джубей поймет, что его жизнь никак не связана с Ширайрю. Однажды. И в этот день он также узнает, насколько сильно его отец любит его.
Генерал Хасаши, мы прибыли по поручению господина Рюка. Он прибыл раньше и требует вашего немедленного присутствия в замке Кумамото. Да, конечно. Один момент. Сёгун прибыл раньше, чем ожидалось. Меня призвали в замок. Я вернусь к утру. Байхан? Ханзо. Как ты посмел убить Сёгуна? Это был необходимый шаг. Моя деревня осталась без должной защиты, и теперь твой подлый Ширарю наконец встретит свой конец. Продолжение следует.
становись спонсором прямо сейчас. Некоторые уже поддерживают ВХСника. Я поддерживаю ВХСника. Я поддерживаю ВХСника. Я поддерживаю ВХСника. Я тоже поддерживаю ВХСника. Они поддерживают ВХСника. А ты? Вступай в ряды спонсоров и помоги выжить каналу. Спонсорство — гарантия получения контента.